Сегодня в Белгороде прошло последнее в этом году заседание областной думы. Депутаты рассмотрели почти два десятка вопросов. Важнейший – принятие регионального бюджета на 2016 год. Главный финансовый документ одобрен абсолютным большинством народных избранников. Ранее проект бюджета был принят в первом чтении без существенных замечаний. Ко второму чтению поступил ряд поправок, которые, впрочем, не поменяли основных бюджетных параметров. В частности, увеличился распределяемый размер дотаций местным бюджетам на 30 миллионов. И несколько вырос объем средств на капитальное строительство объектов областной собственности. В итоговом документе доходы региональной казны в будущем году составят 54,6 миллиарда, расходы 59,2 миллиарда рублей. Дефицит бюджета прогнозируется в 4,6 миллиарда рублей. Но это без учета безвозмездных поступлений. Как отмечают белгородские парламентарии, бюджет не носит ярко выраженного антикризисного характера, а по ряду социальных статей даже наблюдается рост расходов. Нам удалось сформировать бюджет не хуже прошлого года. И при этом на важнейшие такие вот волнующие людей статьи, как здравоохранение, образование, да и многие другие социальные направления, сумели обеспечить рост. 3%, 2%, 4%. Это говорит о том, что налоговая база области и в целом, так сказать, финансово-материальные ресурсы, которыми управляет область, позволяют нам прогнозировать жизнь людей не хуже в следующем году. Поэтому принятый закон позволяет с нормальным оптимизмом смотреть в следующий год, с чем я и поздравляю всех белгородцев.